Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Арктические холода в Иванской провинции Западной Армении. Азербайджан продолжает политику этнической чистки и выселения армян в отношении Арцаха, МИД Республики Армения. Российский коммерсант опубликовал карту транспортных коридоров, о которых договорились Армения, Россия и Азербайджан. 13 января в 90-м году в Баку начались массовые убийства мирного армянского населения. Один офицер жандармерии был арестован в связи с убийством Динка. 600-тысячелетнее подземное поселение в Кисаре стало мишенью для охотников за сокровищами. Сегодня день памяти Айка Асатряна. В провинции Ван Западной Армении арктические холода, средняя температура в регионе минус 12-15 ниже нуля. В частности, озеро Плотина в провинции Мурадей и озеро Кас в провинции Чолдыран из-за холодов создали сказочные сцены. Самая холодная провинция Западной Армении – Чолдыран. Самая низкая температура здесь зафиксирована 9 января 1990 года – минус 46,4 градуса по Цельсию. Синоптики сообщают, что в ближайшие дни холода усилятся местами до минус 27 градусов – ниже нуля. Азербайджан продолжает политику этнических чисток и деарменизации Арцаха спустя 31 год после армянских погромов в Баку. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении. Погромы в Сумгаите стали следствием поощряемой в Азербайджане армянофобии. А в МИДе напомнили, что 31 год назад международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане. Погромы и массовая депортация армянского населения, составляющего основу многокультурного облика Баку, в течение нескольких дней осуществлялись в столице Азербайджана с особой жестокостью. Сотни убитых, искалеченных, пропавших без вести, десятки тысяч беженцев. Армянские погромы в Баку в январе 1990 года завершили начатый процесс изгнания армян из Азербайджана. Мишенью политики армянофобии власти Азербайджана стало не только армянское население, жившее и созидавшее в Баку на протяжении веков, но и армянская история и культурное наследие города, подчеркивают в МИД. В ведомстве обратили внимание на то, что организаторы и исполнители вопиющих преступлений до сих пор не понесли ответственности. Более того, продолжают возводиться в ранг героев. Российский коммерсант опубликовал карту транспортных коридоров, о которых договорились Армения, Россия и Азербайджан. Об этом сообщает ТР.ИМ. Издание сообщило в своей статье, что результат трехсторонних переговоров между лидерами России, Армении и Азербайджана в Баку и Ереване 11 января получили диаметрально противоположную оценку. Встреча в Азербайджане была признана результативной, и армянское общество Армении считает возвращение пленных своей приоритетной задачей. По данным коммерсанта, на встречу была достигнута договоренность о создании рабочей группы во главе с вице-премьерами с трех стран, который займется разблокировкой всех экономических и транспортных связей в регионе. 30 лет назад, с 13 по 19 января 1990 года, десятки тысяч армян в столице Азербайджана, Баку, стали жертвами жестокой резни и были насильственно депортированы. Как передает Арменпресс, после 6 дней зверств в отношении армян, все армянское население города, около 250 тысяч, покинуло Баку. Погромы 13-19 января 1990 года были организованы Народным фронтом Азербайджана, а власти спонсировали их. В Азербайджане поднялась волна антиармянской истерии еще в конце декабря 1988 года и в начале января 1989. 13 января 1990 года после многотысячного митинга толпа разделенными группами по обозначенным адресам врывалась в квартиры армян и начала избиение и насильственные действия, выбрасывала людей из окон, убивала железными прутьями и ножами, насиловала женщин, а заживо были сожжены люди. Погромы продолжались 6 дней. Из-за сокрытия фактов и их неозвучивания невозможно было установить точное число армян, убитых в Баку и умерших в результате погромов по разным данным. В 88-90-х годах в Баку было убито более 200 армян. Однако оно достигается 500-600 человек. Погромы армян и репрессии против них продолжались и после января 90-го года, приводя к полной деарменизации Азербайджана. Несмотря на политику отрицания Азербайджана, погромы и насилие в отношении армян в Баку и ранее в конце февраля 88-го года в Сумгаите, а также в Кирабаваде, в Гяндже, осудили ряд международных структур и организаций. Европарламент в результате резолюции осудил погромы армян 88-го, 90-го и 91-х годов. Подозреваемый Окан Симшек был арестован в связи с убийством Гранта Динка, армянского журналиста, главного редактора газеты «Акос». 8 января турецкий суд постановил арестовать Окан Симшека, бывшего офицера разведывательного управления жандармерии Трабзона, за сокрытие информации об убийстве Динка. Сотрудники правоохранительных органов арестовали Симшека в Манисе. Несколько дней назад турецкий суд постановил, что два бывших офицера жандармерии Вейсап Шахин и Валкан Шахин были арестованы в связи с убийством Динка. Напомним,
Напомним, Грант Динг был убит в 2007 году. 16-летний турецкий националист Огюн Саммаз застрелил журналиста 19 января перед редакцией газеты «Агос» в районе Шишлы Константинополя. Подземное пещерное поселение в провинции Кесария в Западной Армении привлекает внимание, которому 6 тысяч лет. В поселении, которое нашли 50 лет назад, местные жители 12 комнат разной площади, общей площадью 475 квадратных метров, а внутрь можно попасть с площади 1,5 квадратных метров, спустившись по 40 ступеням. Внутри также есть несколько источников воды. Поселение, которому 6 тысяч лет, недавно стало объектом нападения искателей сокровищ. Охотники за сокровищами разрушили поселение и причинили большой ущерб историческому зданию. Ожидается, что поселок, часть которого засыпана грудами камней, будет взят под охрану и станет туристическим центром. Асатрян Айк родился 5 февраля 1900 года в Алашкерте в Западной Армении, умер 13 января 1956 года в Софии в Болгарии. Армянский мыслитель, философ, сподвижник и близкий друг Горегина Нажде. Один из основателей цехокронизма и таронизма. Автор книг и статей по истории Армении. Родился в провинции Алашкерт Западной Армении. В школьные годы поступил в партию Дашнак Цутюн в Ереване и издавал партийную газету «Шант». Участвовал в февральском мятеже 21 года. Позже перешел в Персию, где встретился с Горегином Нажде. Учился в Берлинской высшей политической школе, после в Пражском университете. Там в 30-м году получил звание доктора. В 1932 году вышел из Дашнак-Цютюна, тесно сотрудничал с Нажде и был одним из идеологов цехокронизма. В Болгарии издавал газеты «Орел Тарона» и «Размик». В 1942 году на армянском и немецком языках опубликовал первую часть своей книги «Армения. Арийский форпост в Передней Азии». В 1945 году был арестован советским солдатами в Болгарии и переведен в тюрьму. Освободился в 55 году и через год умер в Софии от инфаркта. Перед смертью 3 раза прошептал: «Ах, Армения!». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сагак Саакян «Епрем Хан». Աշտին մեջ իպրև կաչտին որ, ինքնազ ոտության զվար թրշտար, ոցեց աչկերը կնդակ նրութար, ինքնազ ոտության զվար թրշտար, ոցեց աչկերը կնդակ նրութար, զնդված եվ տեն թանը առաման, այսը հույետը իրան յան. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.